рассада аквилегии гибридный Crimson Star подарит саду очень эффектный и красивоцветущий многолетник, который будет прекрасен в любой современной ландшафтной композиции. К достоинствам сорта относят яркие и изящные соцветия. Хорошо растет в затененных участках. Отличная зимостойкость и неприхотливость в уходе. Размножать рекомендуется вегетативными способами, так как смена могут не сохранить особенности сорта. Аквилегия Crimson Star цветет с июня по август. Может расти и на солнечных участках, но тогда оттенок цветков может потускнеть. Аквилегия гибридная Crimson Star – это травянистый высотой от 25 до 30 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Окраска цветка красно-белый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.